Третью смену пришкольных лагерей направили дошколят, чтобы они могли адаптироваться к первому учебному году и познакомились с одноклассниками до учебы. Напомним, всего 2000 школьников отдохнут в лагерях на базе образовательных учреждений. Места для досуга организованы в 35 городских школах. Для детей до 10 лет предусмотрен дневной сон. Третья смена будет работать до 20 августа. Очень много мероприятий, абсолютно разные занятия. Ребята рисуют, ребята занимаются спортом. Есть мероприятия, где нужно созерцать, есть мероприятия, где нужно творить. То есть каждый успевает реализовать себя. Поют, танцуют. Социально-психологическая вот эта помощь, она очень нужна ребяткам. Она их полностью готовит к тому, что будет в школе.